Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и сегодня постараюсь быстро, но пробежаться по всему, что у нас происходит на графиках. Смотрите, походу происходит знаменательное событие, потому что биткоин вот у нас фигачит, но альты начинают фигачить быстрее. Вот нам надо приблизиться, чтобы это увидеть на графике доминации, что на дневке мы видим, что доминация вроде как развернулась, и если биток уже на дневных хайка наши рисуют нам некую двойную вершину здесь. Видите, вот эта вершина ниже, чем предыдущая. То эфир выглядит гораздо более побыче здесь и круто. Посмотрите, у нас возможно, что это тоже, конечно, будет двойная вершина, и мы уйдем в коррекцию, потому что отросли мы очень неплохо. Но эфир к биткоину вообще отлично идет у нас вот по сценарию, который мы рисовали в прошлом видео. Посмотрите, разворачивается. И если мы посмотрим на лайткоин к доллару, то вот он выглядит, конечно, здесь не очень хорошо, такие резкие красные свечи, но все еще находит поддержку на дневной сетке скользящих, то лайткоин к биткоину вообще у нас на дне ползает, вот если мы посмотрим так глобально. И как и многие альткоины к биткоину, но это надо смотреть недельки на самом деле. На недельках вот у нас лайткоин на дне этого гигантского треугольника к биткоину. И биткоин, конечно, неплохо, кстати, к доллару начал смотреться. Вот он прям такое W отрисовывает красивое. И биткоин кэш к биткоину, конечно, тоже только-только вот вроде что-то, какие-то попытки на разворот показывает. Да, кстати, биткоин кэш к биткоину и к доллару, кто хочет смотреть самые длинные графики без учета этих хардфорков бесконечных, смотрите Kraken, BCXBT и BCUSD. Вот. Ну, дальше что, Stellar тоже неплохо вроде как чего-то там, но там опасения другие, что может быть как с Ripple'ом на Stellar. То есть на недельном таймфрейме еще вот мы даже, ну, к доллару только вот мы начали более-менее расти, тоже по плану, который отрисовывали. Из вот этой зоны накопления вышли. К битку пока он там даже не начал особо. Ну так, начинает шевелиться что-то. Вот Ripple похуже смотрится. Ripple смотрится вообще ужасно, но тоже мы же не хотим покупать то, что смотрится уже очень красиво. Мы хотим покупать как раз то, что смотрится ужасно. Но Dash к доллару, это просто, посмотрите. Вот он как красиво. Только-только начинает разворачиваться. Закругляться в эту параболическую дугу потенциальную, которая у нас очень сильно затянулась на самом деле. Вот она вообще на самом деле. Вот, так что что тут скажешь, все круто с Dash'ом, особенно Dash к биткоину, посмотрите. Ну это просто писец какой-то график. Если мы врубим вертикальные объемы, то мы видим, что мы сейчас находимся ниже самого большого кластера объемов, и следующий большой кластер объемов у нас вот здесь, в районе 6 миллионов сатоши. То есть это, грубо говоря, оттуда, где мы сейчас, без малого 20 иксов. Понимаете, какой расклад. Поэтому, что тут говорить про Dash, кто хочет, почитайте лучше у них на официальном сайте. Тут все вот, организациям, разработчикам, сообществу, мастерноду, общая информация. Здесь много интересного на самом деле. Всяких метрик есть и преимуществ Dash'а. А все, кто говорят, что типа Dash это скам, что он лежит на дне, ну так я же еще раз говорю, нам же нужно покупать то, что на дне, а то, что Dash это не скам, это 100%, потому что, ну, он работает. И реально, я никак не могу это по-другому объяснить, кроме как игрой маркетмейкеров, потому что, посмотрите, когда вот здесь все падало, здесь, очевидно, все лонговали. Весь этот медвежий рынок все лонговали, поэтому их сквизили. А здесь, соответственно, когда все росло, здесь все шортили. Так работает рынок. На фьючах, на деривативах здесь все шортили с плечом на марджине, а здесь лонговали. Поэтому их сквизили. И сейчас в какой-то момент просто все уже шортят, не верят. Сейчас много новостей, что Dash делистят везде, что это скам. И многие не верят и продают. И будут продавать, фиксить свою прибыль здесь и по $130, и по 200, и по 500. А по сути, я и говорю, у Dash потенциал для роста просто нереальный. Посмотрите сами на график, проведите измерения. Так что вот не финансовый совет, дисклеймер. Но для торговли альткоинами типа Dash, конечно же, вам нужен будет Binance. И на Binance у нас новая партнерская ссылка в описании, по которой обязательно зарегайтесь. Даже если у вас наверняка уже есть аккаунт на Binance, зарегистрируйте новый и перекиньте на него без комиссии с помощью USDT на Троне, либо с помощью BNB. Просто по этой партнерской ссылке будут супер дополнительные плюшки. В описании вы ее найдете. Вот эта вот ссылка CC Binance. Там будут аирдропы, в BNB всякие конкурсы и кэшбэк комиссий. Так что вот. Ну и тут, да, можно торговать дэшиком. Я считаю, что надо докупать вообще любую просадку сейчас по нему. Напишите в комментариях, как считаете вы. И не забудьте про то, что на Байбите также можно торговать эфиром, биткоином, риплом, эосом и еще альткоинами к USDT. И тоже супер промо-акция сейчас идет. В описании этого видео вы можете увидеть
дополнительные бонусы на депозиты. Вот на такие депозиты дополнительные бонусы. Плюс $20 купон просто без депозита для всех, кто участвует. И $100 дополнительно в бонусном центре. Ссылка в описании, все подробности здесь. Вам нужно будет ввести промокод Jackpot в бонусном центре. Ну а мы продолжаем. Dash BTC выглядит вообще отлично побычье. Link выглядит очень круто. Chainlink переписывает исторические максимумы. Как мы видим, опять же, вертикальные объемы. У нас здесь основной кластер объемов это $2-4. А сейчас Link уже стоит 20 и устремился на 24, походу. Так что можно поздравить всех ходлеров Link. Но я, как и говорил, мое мнение не изменилось. Link очень сильно рос весь этот медвежий рынок крипты. И я не удивлюсь, если на бычьем рынке крипты сейчас Link в какой-то момент найдет вершину и пойдет в бой. Более затяжную коррекцию, потому что может этого и не быть, конечно, может он и на $100 сейчас улететь, но если все взвесить, посмотреть на капитализацию и так далее, я считаю, что с линком лучше не торопиться лонгистом. Вот. С другой стороны, линк биткоину выглядит очень хорошо. Посмотрите, вот это все последний весь рост биткоина в 2 с чем-то раза, линк к нему падал. Линк до этого рос. То есть сейчас, если биткоин уйдет в коррекцию, по идее, тут обратная корреляция, то линк начнет расти. Вот что может быть. Если линк у нас рос последний цикл на падающем битке. Да, на растущем битке линк падал. То есть, может быть, это такой интересный хеджевый актив в крипте сейчас против биткоина. Как вариант. И эфир классик очень классно выглядит к всему, и к доллару, и к биткоину. К доллару уже пошел расти, к биткоину еще даже не начал. И потенциал тут тоже огромный, сами узнаете, сами все видите. По BIMBANDS вон нам еще лететь и лететь наверх куда-то на десятки иксов. Поэтому все то же самое, EOS то же самое, даже смотреть не буду. Monero, Zcash тоже близкая к Dash ситуация. Uniswap выглядит очень прикольно, кстати. Uniswap выглядит вообще отлично на недельных свечках. Вон, посмотрите, истории еще немного. Я смотрел на месячных свечках вообще Uniswap, посмотрите. Вот, на месячном графике Uniswap выглядит просто прекрасно. Возможно, да, Uniswap long, как вариант. Со стопом, с риск-менеджментом, но очень похоже на это. Raven на таком днище уже, что просто, я не знаю, я продолжаю набирать Raven. Посмотрим, что это даст. Вот, ну что, традиционные рынки спят, сегодня воскресенье. Ладно, Polkadot вот еще у меня есть, давайте посмотрим, я его не торгую. О, Polkadot шикарно. Polkadot в какой-то момент, сами понимаете, шорт в какой-то момент, но не финансовый совет, не торопитесь, тоже дисклеймер. Вот, слушайте, прикольный рынок, надо побольше, да, смотреть щиткоины. Ну и не забывайте также про Femex и Dudex. На Femex тоже много альткоинов, которыми вы можете торговать. На Dudex можно торговать Chainlink с нулевыми комиссиями. Вот, все ссылки на бирже в описании. Скоро увидимся и поговорим более подробно обо всем в следующем видео. С вами был Флала, Ака Грини Джо. Это канал Crypto Commons. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Всем профита.